Сегодня хочу вам сообщить. Вы все говорите, что в стране дефицит масок. И это правда. В Европе дешевле 1 евро масок больше нет. Китай каждый день дорожает. Я сделал аналитику всех экономических агентов в стране, которые сегодня шьют и могут шить маски, а их в аптеках нет. А все очень просто. Знаете почему? Объясняю. Потому что для того, чтобы сегодня шить маски, все эти наши молдавские производители, которые могут шить, внимание, 300 тысяч масок в сутки, значит, они сегодня не сертифицированы. Вы понимаете? В стране чрезвычайное положение, они не могут продавать их в аптеке, они продают каким-то компаниям. Они могут продать их сегодня мне, я их раздаю бесплатно. А чтобы они попали в аптеки, их нужно сертифицировать. Вы понимаете, какой идиотизм сегодня, когда есть ресурс в стране, есть наши предприятия, которые могут шить 300 тысяч масок в сутки, это за 10 дней 3 миллиона, и закрыли бы потребности и врачей, и людей, которых не могут купить и так далее. При том, чтобы вы знали, что эти экономические агенты продают сегодня маски от 6 до 8 лей. Понимаете? От 6 до 8 лей продают эти маски. Нет. Мы будем ждать с Китая, потому что там кто-то занесет, кто-то придет ручку целовать и так далее. Значит, сегодня я заявляю со всей ответственностью, как примар города Бельцы. Значит, если в течение 2-3 дней правительство, специальная комиссия, Национальная комиссия по чрезвычайным по ЧП, значит, не сертифицирует всех отечественных производителей, значит, под мою ответственность приезжайте, пожалуйста, в Бельцы и торгуйте этими масками. Сегодня я, как председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, значит, под мою ответственность. И пусть мне Дадон возбудит или Дадоновцы возбудят мне уголовное дело за превышение полномочий. Вы что творите? Сегодня люди шьют, сегодня ребята значит, начали производить эти защитные экраны в стране, я видел в новостях. Сегодня, не мешайте, люди нашли первичное сырье, у людей есть ресурс сегодня помогать нашей стране и сделать так, чтобы это было дешевле. Не как маски у одной мадам, депутат парламента, которая продает их там от 12 до 20 лей за штуку. А в промышленных объемах люди должны шить сегодня. Просто призываю сегодня и от имени всех нормальных людей требую, чтобы сертифицировали сегодня наших отечественных производителей. И проблема масок будет решена в ближайшие дни полностью в стране. И они появятся в аптеках. Где я уверен, что если еще перегреть с экономическими агентами, для пенсионеров еще могут сделать какие-то скидки. Понимаете? Вот что нужно сегодня делать, когда как бы есть желание. А этого желания, к сожалению, нет.